Детский сад – это новое окружение, новая обстановка, новые люди. От того, какая атмосфера царит в нем, зависит дальнейшее развитие ребенка. В связи с прошедшим наводнением здание детского сада поселка Дружба очень серьезно пострадало. После посещения главы администрации Кашхабльского района было решено, что детский сад «Аленушка» будет полностью обновлен. Поддержало это решение и общество с ограниченной ответственностью «Южгаз Энерджи». Благодаря этому здесь с 1 августа начался ремонт. В июле 2015 года к нам приехал глава администрации Заур Аскарбеевич и принял решение, что надо сделать капитальный ремонт в детском садике. Приступили к ремонту 1 августа силами «Южгаз Энерджи» были выделены деньги и были проведены ремонтные работы. Силами администрации Кашхабльского района был сделан капитальный ремонт в санузле старшей группы, был покрашен фасад здания и была заменена крыша садика. И все это успели с 1 августа по 6 декабря. Детей мы приняли 7 декабря. С этого времени вместо деревянных полов появилось бетонное покрытие, которое застелили линолеумом. Были заменены 56 окон, 5 входных и 3 внутренние двери, 5 крылечек у входах, обновлен санузел в старшей группе, пищеблок и мойку на кухне поменяли. Одним словом, созданы все условия для достойного воспитания.